вопрос Олеси Селезневой. Сразу хочу сказать, что Олеся потрясающая девушка, которая только-только пришла в компанию и уже так ярко заявила о себе. Олесечка, ну ты вообще солнышко, я тобой восхищаюсь. И вопрос такой. Многие новички, приходя, задают вопрос, а что обо мне подумают, что скажут люди, продавать стыдно, это не мое и так далее. Неужели правда кто-то причиной своей неуспешности в жизни может назвать такую фразу, что обо мне подумают? А что о вас подумают ваши дети, когда вам нечего будет им купить покушать? Когда вы не сможете дать им хорошее образование? Когда, придя в магазин, не купите какой-нибудь киндер-сюрприз и ответите фразой «денег нет». Почему людей не интересует, что в этот момент подумают ваши дети? Мама не может себе позволить. Моя мама не такая, как все. Мой папа не такой, как все. Он не может себе позволить. А Ване купили телефон, а Тане купили красивую юбку. А мне даже киндер-сюрприз купить не могут. Я стесняюсь. Ну чего ты стесняешься? Если ты веришь, что это бизнес, который изменит твою жизнь, даст тебе хороший доход. Если ты в это веришь, как ты можешь стесняться предлагать этот бизнес человеку, например, который работает, ну, продавцом, уборщиком, грузчиком? Я не говорю, что это плохие или ненужные профессии. Конечно, нужны и важны. Но люди, которые зарабатывают 15-20 тысяч, неужели они имеют право судить вас? Неужели это мнение должно быть для вас основополагающим? Ну, мы вправе каждый выбирать сам, как нам жить, чего мы хотим. Продавать это плохо, продавать это стыдно. Да у нас все продается. У нас все продается. Только кто-то скажет, вот вы ходите и продаете, это стыдно. Скажет вам продавец в магазине, стоящий за прилавком, который тоже продает, но работает он при этом на кого-то. У вас есть возможность работать на себя. Причем, вкладывая очень маленькое количество средств, вы открываете свой бизнес за 2000 рублей. Как это может быть стыдно? Вы ничем не рискуете, вы ничего не теряете. Ваш бизнес открыт за 2000 рублей, и перед вами открыты неограниченные возможности. Как может быть стыдно? Стыдно вам должно быть только перед собой, за ваше бездействие. За то, что там сидите дома, смотрите сериалы. И ничего не хотите делать, сидите и думаете, мне будет стыдно. Вот я ответил бы подобным образом. А все остальное это всего лишь оправдание вашего бездействия. Всего лишь оправдание. Потому что проще всего переложить ответственность за свою жизнь на кого-то и сказать, ну мне же стыдно, а что обо мне подумают? Какая вам разница, что о вас подумают? Думайте самое главное о себе. Думайте о себе. И это намного важнее. Если вам понравилось просмотренное видео, ставь лайк и подписывайся на канал. Также, чтобы просмотреть другие интересные видео, кликайте по ссылке на экране.